С вами Ленойр, ребят, всем привет. В общем, я снова записываю стендов. Кстати, я опять неделю не играл в стендов. Просто я играл в PUBG Mobile все это время. И если под этим видео за 3 дня наберется 5 лайков, то тогда я засниму для вас PUBG Mobile. Боже, спасибо тебе, Пинг. Ты такая классная вещь. Лучше бы тебя даже не добавляли вообще. Боже, моя первая игра за эту неделю, если честно, очень сильно бесит. Уже достает меня эта игра, я не могу просто в неё играть. Она чересчур рандомная, она такая какая-то, блин, я не знаю, но это ужас. Юмп-45 пусть выведут отсюда, он тут не надо никому вообще. Ну вот зачем мне звонят, когда я снимаю? Кому я нужен? Гор просто, блядь, выше гор. Вот как работает механика заслепа? Я что-то вообще не врубаюсь. Как она работает? Кто мне объяснит? Я вот низкий поклон ему. Кто мне объяснит, как работает механика засвета? Вот это. Не засвета, извиняюсь, а ослепление. Засвет, то понятно, как она работает. Никак. А касательно чего там по ослеплению? Окей. Окей, я сам лоханулся 2 раза причем. Чел, отсюда дуй. Боже, вот это было мощно. Не, ну вот это было страшно на самом-то деле. Потому что, ну вот так вот. Лети отсюда. Короче, целый раунд там просидел, никто не вылез. Окей, бывает. Чё? Тогда я сменю позицию. Сменюсь. Блин, в смысле... на мид пойду, чтобы побольше киллов иметь. О, да! Надо пылесосить, конечно. Пылесосить. Наслаждайтесь этими прекрасными звуками, ребята. Боже, мама пылесосит на фоне. Ару просто. Ай, боже. От дурачок, боже, я в шоте просто. Какие же тупые, а? Не, ну это что-то, блин, я не знаю, что это вообще, что это что-то с чем-то. Господи.
А, то есть ту сторону никто даже не чекает. Окей. Ребята, ну вы чё? Боже, какие же раки населяют нашу планету. Я в шоке, смотри. Вся тьма слилась. Ору. Ой, ору, вся тьма. Ору просто. Смотри, я не смогу этот коллаж достать. Веришь? Хоть бы у вас мозгов не было. Ну, один всего лишь остался, всего лишь один. Тима тупорылых, я не знаю, что. Меня бомбит от этой игры. Я не хочу в это, вот я не хочу в это играть. Сливы, сливы. Они же сливаются, как дауны. Вы посмотрите на это. О, чел два фрага замутил. Ну ты дал, чувак. Ну ты даешь, я в шоке просто с тебя, слушай. Вот я его видел, но яркость мне не позволила в него выстрелить, потому что вот так. Боже, как же меня бесит эта игра. Короче, не суть. Вот чё ты там стал, алло? Кинь свою хаешку и беги себе дальше. Куда ты идешь? Так. Отсюда вон пошел. Там еще кто-то. Ага. И откуда же ты выйдешь? Позволь узнать у тебя. О, боже ты, господи, боже мой. Так и инфаркт можно получить, слушай. То есть наши господа подбирают скины. То есть авапа со скином. Это значит, что ты сделаешь минус 4 или даже минус 5. Я не понимаю своей логики. Он же не умеет играть с авапом вообще. Чего? А, он вышел. Оглядываться теперь всегда. Ну или хотя бы прислушаешься. Ой-ой-ой, он все ближе подходит. Ребят, пылесос все ближе. Найс, под флешечкой. Люблю так. Ой, да ладно. Заглох.
Забейте, забейте. Погнали дальше. Ну кто? Да ладно. Да ладно. Ты рот. Да ладно. Да ты сдохнешь когда-нибудь или нет, боже мой. Сколько ж можно в тебя стрелять уже? Юэмо. Так. А где бомба? Я один? Да ну нафиг. Все круто. Я уж думал, слили. Мы бы по-любому не успели. Я бы, точнее, не успел взять бомбу сразу и положить ее. Фух. Ну что ж. Спасибо всем за просмотр, кто досмотрел. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте. Все, всем пока-пока.